Хей, йо, гайс, с вами Шумики, мы продолжаем проводить игру по названию GeForge, и мы должны перегрузить систему, как вы поняли. Так, что у нас вообще тут? У нас тут три этажа, если что. Ау. Ты еще жив? Ладно, так разберемся. Окей. Так, ребята, я активировал первую турбину. Иду ко второй. Ну, пока что как-то довольно быстро. Ау. Нифига он живучий. Так. А, там ничего не было. Ладно, потеряю еще одно сердце. Они не собрались, да? Ну это не очень, потому что слишком долго лезть. А, сюда дальше нельзя. Тогда мы пран. Ага. Ugh!
Окей. Так, и тут под щитом. И тут под щитом. Возникли кое-какие сложности. Аккумулятор ушел в самоволку. Ну, чтобы вторая турбина заработала, это надо исправить. Понял. Запусти, то я запущу, а вот где второй? Почему этот под щитом? Так, теперь понять, где проход. Где-то там, как-то здесь. Понятно. Успею, успею. А, ладно, не успею. Жалко, что оно сразу не притягивается. Передатчик Муча. Стоп. Но только так. Аккумулятор на месте. Молодец, Дарвин. Теперь иди к рычагу и запускай вторую турбину. Мне интересно просто, как я должен был это тогда перенести. Thank you.
отличные новости. Заработала вторая турбина. Становится жарко. Дарвин, об эвакуации нам стоит подумать до запуска третьей турбины. Там сейчас просто печка будет, Дарвин. У нас у Хуарес есть идея. Хотя в основном она, конечно, в мае. Да, я весь внимание. Когда система перегреется, она откроет аварийный люк. И когда это произойдет... Выпрыгиваешь оттуда и вниз. Там лететь и лететь. Будет весело. И, похоже, выбора у меня нет. О, я тут думал, когда он наконец-то будет. Ждем, пока я доеду. Хотя вон можно, пока я еду, убить еще того. Вы что, офигели? О! Нифига себе. Что они вытворяют? А, так оно все под электричеством теперь. Найс. Замечу, что эти хрени вместе со мной сдохли. Но он внизу. Нет. Немножечко быстрее так. Так, ну пуля у меня, в принципе, есть. Так, последняя часть так с диском. Будильники. Сейчас будет интересно. Военизированный будильник Сатерлинг. В случае приближения противника или атаки активирует механизм саморазрушения. Держитесь от него подальше или быстро найдите укрытие, чтобы не попс... А, нифига себе. Нифига себе. Ну, взрыв... Ну, такой. На самом деле, взрыв такой себе. И почему мне достаются все сливки? Ладно, так залезу.
Надеюсь, я не рано взял. Только так, да? Надеюсь, оно не взорвется. Ну ты можешь... О, хорош. Я поставил на место последний аккумулятор. Сейчас станет жарковато. Потяни за рычаг. Окей. Мне надо успеть убежать будет. Работают все три турбины. Температура просто зашкаливает. Ага. И как раз включилась аварийная система охлаждения. Иду назад к главной камере сгорания и вырубаю ее. Система охлаждения открыта. Уничтожьте ее, чтобы перегрузить реактор. Блин, надеюсь, мне хватит патронов. Но на пулемет у меня еще ледяная пушка есть. Нахера? И что мне? Короче, понятно. А, в смысле, они бесконечные? Охлаждающий стержень, генератор, это охлаждающий стержень будет уничтожаться, если вывести из строя. Да идите в сраку. Thank you.
система охлаждения летит к чертям. Просто картинка. Жаль, вы не видите. Дарвин, поторапливайся. Перегрузка наступает быстрее, чем я думала. Все на подходе к месту встречи. Уже там. Готов к труду и обороне. Бластер, давай заводи мотор. Вот это да, вот минус того, что они были бесконечные, а поле у меня не бесконечное. Это было нихера не круто. Команда, пора сматывать удочки. Время показать класс вождения. И это называется класс? Смотри, не разбейся. Покиньте район до взрыва генератора. А так микросхема мне не собирается, да, если я их убиваю? Хорошо, что мы не спешим. О, черт, плохая шутка. Хоп. Маневрируем. Вот это скорость. Ага, теперь стены пошли. Конечная остановка. А мне никто не говорил прыгать. Вот это скорость. Нихера себе! Он после масла не может выровняться. Отлично, ребята, перегруппируемся. Дарвин, я получаю видеосигнал. Сейбер выходит из здания в сопровождении агентов ФБР. Федералы взяли его раньше меня? Блин! Бригада М. Они заберут его в штаб-квартиру ФБР. Опасно или нет, нам надо проникнуть туда и узнать, что Сейбер им говорит. Только так можно предотвратить катастрофу. Эх, прокачу! Держитесь крепче! Особенно ты, Харли!
Ну что, давайте тогда, думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.